Говори, безумец. Это еще один способ, каким они пытаются привести мой мозг в особенное состояние. Заставить меня спать на улице. Нет, мне здесь не место. Что я только не сделаю, чтобы у меня была теплая постель. Скоро я покину эти места. Как только найду способ, как уйти, чтобы они не заметили. Почему он хочет удовлетвориться спальником и отдать мне свою кровать? Звучит подозрительно. Видно, придумали еще один способ свести меня с ума. Поменяться местами? Кровать под крышей на спальник под звездами? Конечно, конечно. Ни капельки тебе не верю. До свидания. Говори, безумный. Выглядит все это подозрительно. Но думаю, тебе я могу доверять. Уверен, потом я об этом пожалею, но... Ладно. Конечно. Хорошо. Мне надоело спать на улице. Скажи ему, что он может спать на моем лежаке, а я буду спать в его кровати. Береги себя. Удалось ли найти для меня безопасный лежак на улице? Тебе удалось найти место для сна? На улице под звездами, такими маленькими и легкими. Великолепно, великолепно! Рассказывай! Правда? А место безопасное? Не у подножья огромной стены? Это отличная идея. Звучит восхитительно. Полагаю, он не боится обваливающихся стен, ему все равно. Всех не спасешь, не так ли? О, да. Прошу прощения. Но что бы тебе дать? О, вот. Возьми этот свиток. Я хотел использовать его, если стены обвалятся, и я попаду в ловушку. Но теперь он мне больше не нужен. Береги себя. Да. Говори быстро, смертное существо.
Что? Синданви управляет своим предприятием в Фелмуре. Жесткое... Говори быстро, смертное существо. Да пребудет с тобой благословение, гражданин. Посмотри-ка, кто здесь. Ты! Как дела? Всегда рад. Новое пополнение. Позор моему стражу врат. Я так счастлив, что способен задушить тебя твоими же внутренностями. Полагаю, теперь пора формально представиться. Я... Шиогарат, принц безумия и кое-чего другого. Об этом я умолчу. Возможно, ты уже в курсе. Будем надеяться. Или у нас действительно проблема. И опять возникает вопрос о внутренностях. Я сделаю из них прыгалки. Но, возможно, сейчас не время. Тебе удалось добраться до меня, остальным не удалось. Молодец. Прими от меня эту безделушку. Она тебе пригодится. Или, по крайней мере, будет хорошо смотреться на твоем трупе. Уже некоторое время я жду тебя, или кого-то вроде тебя, или кого-то отличного от тебя. Мне нужен защитник, и им станешь ты. Время спасти царство, освободить принцессу, сразить чудовище или умереть в попытке сделать это. Нужна твоя помощь. Приближается время перемен. Все меняется. Даже дейдрические принцы. Особенно дейдрические принцы. Дейдра есть воплощение изменчивости. Изменчивость и постоянство. И я такой же, кроме того, в чем я другой. Грядет серый марш. Твоя задача — остановить его. Детали не важны, по крайней мере, сейчас. У вечности весьма строгий график. Мы вернемся к этому позже. Теперь у меня есть для тебя поручение важное, естественно. Все, что я тебе говорю, важно. Мое царство, мои правила. Тебе нужно отправиться в Зидилиан, одно из моих любимых мест на островах. Это местечко я использую, чтобы избавляться от нежелательных визитеров. И некоторые более нежелательны, чем другие. С
страж врат брал на себя заботу о большей части нежелательных визитеров, но он мертв. Впрочем, это мы тоже вскоре исправим. В любом случае, есть такие, что находят другие пути в мое царство, и они уже в дороге, а мне они тут не нужны, уж поверь. Итак, тебе предстоит восстановить Зедилиан и запустить его. Вот тебе небольшое руководство и судный аттенюатор. Он тебе тоже понадобится. Естественно, ты можешь всегда выяснить детали у Хаскила. Он просто помешан на деталях, просто сокровище. А с каким вкусом одевается? Теперь к делу. Пока я не изменил своего решения, или мое решение не изменило меня. Немного занят. Я пытаюсь определиться с тем, что выбрать на ужин. О, обожаю вкусно поесть. Одно из моих любимых занятий. Если тебе нужно еще что-то узнать, поговори с Хаскилом. У него мозгов побольше, чем в пироге с мозгами. О. Пирог с мозгами. О, отличнейшая идея. Кстати, не поделишься ли? Близится время трапезы. Честное слово, не стоит тебе сейчас забивать голову деталями. При твоем размере мозга это только наведет туману. Сейчас важно заняться Зедилианом. Быстро, пока мне не наскучило. Когда мне наскучит, тебе не поздоровится. Ты теперь можешь идти. Беги, поспеши. Безумный бог дал тебе задание. Несомненно, обладателю столь выдающихся талантов под силу его выполнить. Да, восхитительное место. Прекрасно снимает напряжение. Просто сидишь и смотришь, как мучаются эти надоедливые приключенцы. Не прими на свой счет. Так что тебе нужно немедля отправляться в Зедилиан и привести его в рабочее состояние. Да? А, как глупо с моей стороны. В книжке нет картинок. Не думал же я, что ты станешь ее читать. Для того, чтобы восстановить Зедилиан и выполнить повеление моего лорда, тебе нужно найти три фокусирующих кристалла и установить их на места.
Для каждого кристалла предусмотрено гнездо, так называемый судный центр. Даже ты не сможешь не заметить их. Не установив кристаллы на места, нельзя привести в рабочее состояние судный резонатор, источник питания Зидилиана. Моим трудам не будет конца. Кыш, иди, исчезни. Дела ждут. Чем могу служить? Да благословит тебя безумный бог. Да хранит тебя наш лорд.
Наконец-то лорд Шагарат прислал мне помощника. Но где мои манеры? Нужно вспомнить профессиональный тон. Добро пожаловать в Зедилиан. Я хранитель этого подземелья, Килибан Нирандил. Инженерное чудо, не так ли? Зедилиан предоставляет идеальный тест на стойкость для безрассудных приключенцев, отважившихся проникнуть на дрожащие острова. Однако они не знают, что пришли сюда, в место, где решается их судьба не по собственной воле, а повинуясь зову судного резонатора. С тех пор, как был создан этот злосчастный страж врат, Зедилиан перестал быть нужен. Он пришел в упадок и, в конце концов, был окончательно заброшен. Прошло несколько лет, и в нем завелись граммиты, отвратительные твари. Они приняли фокусирующие кристаллы за нечто вроде религиозных символов и забрали их из мест установки. В результате резонатор умолк, и Зедилиан стал бесполезен. К счастью, благодаря тебе, Зедилиан опять приведен в рабочее состояние. Да, да, прошу прощения, я немного увлекся. Если у тебя при себе аттенюатор, это значит, тебя прислал сам Шагарат. Обычно, как только ты ступаешь на телепортатор в камере резонатора, Зедилиан отправляет тебя обратно к входу. Но поскольку ты здесь, я могу только предположить, что прямо сейчас в подземелье заходит группа приключенцев. Я боюсь, что пока с искателями приключений не покончено, тебе придется оставаться в Зедилиане. Даже я не могу заставить его двери открыться. Говоря прямо, выход закрыт, и тебе придется некоторое время побыть здесь, при всем уважении. Единственное, что мы можем сделать, это дать приключенцам пройти цикл испытаний с начала до конца. Буду рад помочь. Полагаю, Шагарат дал тебе описание Зедилиана. Ты можешь изучить его, или я могу проинструктировать тебя сам. Так хорошо опять быть при деле. Как я сказала, мы выберемся отсюда живыми. Чем могу помочь? Я буду счастлив описать все помещения и рассказать обо всем, что мы увидим, продвигаясь по Зедилиану. Так хорошо опять быть при деле. Что-то не так. У меня нехорошее предчувствие. Что, блевен возьми, это за штука? Это один из тех чудовищных стражей, о которых говорят легенды? Что за шутки? Избавимся от этой твари и пойдем дальше. Минутку. Что это за звук? Готовиться к бою! Мы обречены! Нет, мне больше не выдержать. Нет, удачи, попробуй. Вот тебе. Никого не жалеть. Умри, мерзость. Проклятье. Бедняга Льюин. Я не смог тебя уберечь. Кто-то дорого заплатит за это, клянусь. Ничего нельзя сделать. Мы должны взять себя в руки и продолжать. Чем могу помочь? Пока у тебя отлично получается, так и продолжай. Thank you.
Чем могу помочь? Второе помещение — это камера жадности. Еще не родился приключенец, способный увидеть огромную гору сокровищ и не поддаться алчности. Фокус в том, что сокровища лежат в запертой клетке. Ты можешь активировать огненную ловушку перед дверью, которая убьет или как минимум покалечит наших красавцев. Или можно вбросить в камеру сотни ключей и наблюдать, как они с маниакальным упорством перебирают их, пытаясь найти нужный. Зрители в восторге! Пока у тебя отлично получается, так и продолжай.